Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Суть вопроса заключается в том, как вернуть мужчину. Да, что для этого нужно делать, при условии, что он ревнивый, при условии, что вот вы все время по факту вынуждены писать ему первое, да, вот, ну, как бы, исходя из того, что вы написали. Вот, что я думаю здесь? Я думаю здесь, что лучший способ вернуть человека, это, возможно, быть собой. Потому что если вы дальше продолжите манипулировать, или, как вы говорите, пытаться дать ему там соскучиться и вот это вот все, то, что вы делаете сейчас, по сути, то вряд ли это приведет к чему-то хорошему. Вот. Потому что ваши отношения будут напоминать, ну вот, так же, как они, в принципе, напоминают сейчас, да, горько. Горько или какую-то вот, быть может, борьбу. Вот, я не знаю, хотите вы этого или нет. Ну, то есть, нравится ли вам эта борьба? Которое вот происходит у вас. Ну, на мой взгляд, ничего как бы хорошего в этом нет. В том, что вы вот так отношения свои выстраиваете, что, ну вот, что постоянно у вас происходит борьба. Как бы с мужчиной, да? Ну, с молодым человеком, я имею в виду. И, на мой взгляд, лучшее, что вы можете сделать, это быть вот, собой. Да? То есть постараться быть собой. На мой взгляд, по крайней мере. Что это значит? Быть собой. Быть собой — это значит не играть в игры. Не пытаться что-то строить из, ну, из себя. Не пытаться окольными путями чего-то добиваться, а просто быть собой и быть естественно, искренне и так далее. К сожалению, молодой человек транслирует позицию деструктивных, дисфункциональных, созависимых отношений для вас. Ну, как вот мне это, по крайней мере, кажется. Вот. И, соответственно, возможно, вам имеет смысл обратить на это внимание. Соответственно, возможно, вам имеет смысл посмотреть на то, как вообще вы выстраиваете ну вот, свои отношения с человеком, да, с мужчиной, вот,
и как вы ведете себя с ним. Потому что если есть что-то, что вас не устраивает, или если есть что-то, что ну, вам игнорируется, так или иначе, вот, то ничего хорошего из этого не получится. Вот. Потому что ну, вы будете чувствовать себя время какой-то вот такой уязвимости, что ли. Понимаете, да? Вот, поэтому то, что вы делаете сейчас, на мой взгляд, эта позиция, ну, она в каком-то смысле тупиковая. Потому что она будет отнимать много сил, и она будет отнимать много у вас энергии. Вот, но ничего не даст. Вам ничего не... ничего вы не выиграете и ничего не приобретете. Но, на мой взгляд, имеет смысл учиться быть собой. Вот, выстраивать границы личные. Ну вот. В частности, если мы говорим про эффективное выстраивание отношений, то это вот краткий отсутствие игр, а вы в игры играете. А ревность сама по себе достаточно прогрессирующая история вот в отношениях, ну в любых отношениях, в принципе, и если вы подкрепляете эту позицию стороны человека, да? Вот, то ничего хорошего из этого не получится, потому что вы, ну, даете ему просто рычаги воздействия на вас такие. Вот. Поэтому я бы здесь вот обратил бы внимание на эти основные аспекты. И сказал бы, что ваш запрос является довольно-таки перспективным, потому что вы хотите, чтобы мы предложили вам какой-то вот способ его вернуть. Да, и спрашиваете, есть ли шанс и так далее. Ну, здесь абсолютно полная неопределенность, потому что неизвестно. Никогда неизвестно. Есть шанс или нет, но то, что ваши отношения дисфункциональные, зависимые. Вот, это факт. И вам, только вам можно это, условно говоря, прекратить. Да, прекратить вы это можете только через вот как научение быть собой. Вот, и научение выставлять границы, научение быть искренним, научение выражать свои чувства, эмоции. Вот, и, вероятно, работать со страхом потери. Вот. И с тем, что вот вы хотите непонятчиться там и так далее, и так далее. Это история про неравенство в отношениях, это история про
деструктивные позиции. И это все, в принципе, можно и нужно корректировать. Если вам этого, конечно, хочется. То есть, если, ну, если вы готовы к этому, то все это корректируется. А дальше вы представите мужчине в прямом смысле этого слова себя, вот, и покажете ему, какая вы, и показав ему, какая вы дадите ему, возможность выбора, да, быть с вами или, ну, или быть без вас, но не продавайте себя. То есть, вы делаете, то вы себя продаете, ставя другого человека выше себя, потому что вы манипулируете, да, потому что вы там хотите написать ему через сколько-то месяцев и прочее, Вы говорите, что хотите его вернуть, я хотел бы спросить, зачем? То есть, что вы чувствуете? Давайте обратимся к вашим чувствам, к нему. Что вы чувствуете к нему? Что вы хотите от него? Это важно. Если в этом разобраться, вы сможете подкорректировать свое поведение, чтобы быть более направленным на то, что вам нужно. И, возможно, молодой человек для этого вам не так уж сильно и необходим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.